Сегодня мы будем играть в игру под названием Cardi Ship Tycoon в Roblox. Со мной сегодня Рома. Мы сегодня будем делать противостояние красный Bugatti Болид и синий Bugatti Болид. Сегодня кто выиграет во всех трех гонках, получит 500 тысяч долларов в этой игре. Но не будем медлить, и мы начинаем. Мы сейчас, первая гонка наша будет, это хайвей гонка. Так что мы сейчас будем кататься по автостраде, 5 кругов. Самый максимум, который можно вообще покататься на хайвей гоночке. Давайте же начнем. Автострада. Интересно же, кто выиграет сегодня в этой битве? Iron Run или Рома? Сейчас вот каждая ошибка на счету. Три круга, да. Три круга, что на хайвей гонке. Это не один круг. Если кто-то ошибется, то у него есть шанс отыграться на эти трех кругов. Все, пока. С моим интернетом я вырываюсь, но все равно вижу счетчик, то что я второй еду пока что. Каждая ошибочка на счету. Тихо. Я постараюсь сейчас вообще не говорить, потому что нужно сосредотачиваться на трассе. Это скорость. Вот это скорость. Нет, я разложился. Нет. Стой. У меня еще есть круг, в принципе, ладно. Походу, я уже не догоню. У меня сейчас Рома, что по второму кругу обгонит, походу. Ненавижу этот поворот. Ну, понятно, в принципе, ладно. Походу, я Романа уже не догоню. Победа, походу, за ним. Посмотрим, интересно, за сколько он проехал. Без ошибок, наверное. Роман, наверное, уже финишировал, как я понимаю. А Айрон проезжает за 2 минуты и 27 секунд. Посмотрим, кстати, за сколько проехали. Так. Айрон проехал на 24 секунды дольше. Понимаю. Ладно, поехали на гору. Там Mountain гоночка. Там много поворотов, так что там можно зарешать реально не скорость, а управляемость наших Bugatti болид. Так. Поднимаемся в гору. Потихонечку едем, в принципе, 20 км. 200 км в час. Так. 110 лямов. Наша уже, в принципе,
Мой челлендж 130 миллионов собирается пока что. Я записываю этот ролик 21 числа, так что если это выложится ролик, к примеру, в феврале, наверное, то не удивляйтесь. У нас где-то Роман потерялся. На своей Бугатти болит. Угу. О! Хеллоу. Хеллоу. Начинаю гора. Гора. Ну, тут, в принципе, поворот решает на этой гоночке. Пока что счет 1-0. Hello, hello, Рома. Я тоже English. Hello, три круга. Пока что зло проигрывает. Hello, my friend. Блин. Так, мы начинаем. Пока что зло вырывается вперед. Тихо, тихо, тихо. Хорошо. Нет, нехорошо. Совсем нехорошо. Интересно. Так. Тут три круга. В принципе, каждый может налажать хотя бы один разочек, это точно. Так. Ну, слушайте, управляемость 10, это у Бугатти болид прям очень ощущается. Чего себе, самолет. Ё-моё. Так. Так, тут не один круг, так что еще. Я пока что выигрываю, но это еще недолго. Не знаю, где Роман, но я думаю, он прям дышит мне прям в спину. Он мне прям дышит в спину. Так. Так. Хорошо. Вот это да. Опа. Подлет. Нет! Чекпоинт! Стоп! Стоп! Чекпоинт! Нет! Нет, 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 нет. Пожалуйста, назад, 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 назад. Рома, по-моему, там потерялся уже. Чекпоинт перелетел просто. Ошибочка вышла. Аккуратно. Третий круг, последний круг. Последний круг. Так, 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 так. Тихо. Тихо, 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 тихо. Так, немножко заехали, но ничего страшного. Хорошо, нормально, нормально. Так, тут подлет. Тут тоже подлет. Хорошо, подлет. О, потная каточка. Опа, и... Да, Айрон выигрывает. 2 минуты 17 секунд и 8 миллисекунд. Где же Рома? О, вот! Я думаю, мы уже его потеряли. Но пока что выигрывает ничья. 1-1. В пользу Айрона сейчас... И в пользу Ромы. Сейчас мы поедем на лед. И там... И мы там посмотрим, кто же выиграет. Зло или добро? Iron Run или Рома? И кто же получит финальный приз 500 тысяч долларов игровой валюты в Cardership Titan? Так. Здравствуйте. Ледяная гоночка. Тридцать секунд. Пять кругов. Пять кругов сейчас
Знаете как? Наверное, надо выйти, поставить шипованную и поставить нашу Бугатти болид. Рома, мы на ледяной гонке. Все что. Рома долго нету. А вот и он. Рома как хороший человек поехал по дороге, нежели чем Айрон через горы, через водопады, через все, что можно вообще. No, I trip. Что такое trip? Нет, я... I did. Я устал вроде бы, да? Did, по-моему. А, я умер? А, Диет это умер, точно. Ваня, Айрон и его способности английского. Так, мы начинаем 5 кругов. Сейчас решится, кто же выиграет 500 тысяч долларов. Ну, конечно, каждый будет стараться, потому что 500 тысяч долларов это большая игровая валюта. Ой-ой-ой. Там Рома немножко разложила. Дрифт. Аккуратно. Разгоняемся. Ну, в принципе, еще 5 кругов, так что Рома еще может отыграться. Я уже вторую еду. Чего? Рома, сзади. А он прям... Мне прям дышит в спину. Я напоминаю, что Рома играет с телефона, я с компьютера, так что не знаю, где легче играть. Домой просто. 3-й круг. Хорошо. Перевернулся. Радует. Очень радует. Господи. Стой аккуратно. Аккуратно едь. Аккуратно. Болит, давай. Тихо. Вперед. Давай. Разгон. 4-й круг. Предпоследний круг. Так, аккуратно. Предпоследний круг. Не спешим. Рома прям мне дышит. В спину дышит. Тормози. Хорошо. Так. Последний круг. Последний чертов круг. Стой аккуратно, блин. Нет. Роман меня... О, походу, это ошибка Романа была. Давай. Ну. Ё-моё. Нет. Понятно. Второе место. 2:47. Айрон опоздал всего лишь на секунд. На три секунды. И в этой нашей битве красный Бугатти болид и синий побеждает добро. Выходи, победитель Роман. И мы вручаем его 500 тысяч долларов. Раз, два, три, четыре, пять,
В принципе, все. 500 тысяч долларов мы отдали Роме, когда он выиграл в нашей честной битве Бугатти Болид. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а с вами был Iron Run и Рома. Ссылочка на его канал будет в описании. И всем пока!